А это уже переход. Сейчас спустимся, выйдем в город. Ну где? Наверное, санаторий и так далее. Тут какая-то музыка играет. Переход. О, какой длинный переход. А тут играют на гитаре. Такой вот длинный переход. В город выйдем, где санатория может быть и так далее. Вот выходим. Вот мы и вышли с парка. Тут, наверное, санатории и так далее. Где такие здания, вон, разбитые, стоят. Мы с вами идем дальше, прямо. Тут такие вот санатории. Улочки такие вот. Тут забор. Красота. Вон за забором такая вот беседочка. Но полностью ее не видно. Как подойдем, что это за здание, что это за забором, я вам расскажу. Это мы находимся на улице Семашко. Вот так вот, улица Семашко. Вот такое вот здание красивое. Сейчас вам покажу, что это такое. Памятник истории культуры регионального значения, бывшая дача полковника Зарецкого ВК. Год постройки 1906 год. Охраняется государством. Вот так вот. Что это за здание? И там вон красивые здания. Вот так вот раньше строили. Такой вот перекресточек. Сейчас мы на него подойдем, я покажу. Там, наверное, он белоснежный, это санаторий, наверное. Туда он идет, улица. И туда. Слышишь, Шрайбикус, не поняла, что снимаете? Алло! Наверное, это санаторий. Если будет вывеска, я вам расскажу и почитаю, что там есть. И тут такое вот здание красивое. Это дача Лесарь. Дача Лесарь.
памятник истории культуры регионального значения, бывшая дача профессора Беляевского Алексея Аполлоновича, год постройки 1904, охраняется государством. Вот так вот. Ну, а мы с вами движемся дальше. Сейчас пройдем на ту сторону, и я вам расскажу, что это такое. Это санаторий-источник. Такой вот санаторий-источник. Красивый. Белоснежный. Там тоже вон здание красивое. Сейчас пройдем, и я вам покажу. Здесь тоже что-то такое красивое, историческое, наверное. А может, нет. Сейчас пройдем, и я все вам покажу. Это дача, санаторий Москва. Вот такой санаторий Москва. Тут продают вон, некоторые фрукты, овощи. И тут шарфы, платки, палантины. Все продают. Там перекресток. Здесь вот базар. И тут такая красота. Лечебница имени Н.А. Семашко, скульптура Льва 1915 года. Такая красивая грязь. Лечебница. Такая вот красота. И цветы растут. Просто одно удовольствие прогуляться. Ставим на паузу, читаем. Кому видно. Люди ходят, гуляют. Потому что тепло, хорошо. Как на ковровой. А тут уже Пятигорск и ЖД вокзал. Пятигорск налево, а направо ЖД вокзал. Еще
Удлиненные, да, это орнамент. С этим браслетом они основные. Везде все продают. Овощи, фрукты. Адамово яблоко 200 рублей. Такой вот указатель. Верхние Николаевские ванны. 300 метров это туда прямо. Вот. А грязолечебница 70 метров это туда. Назад. Я вам показывал. А это у нас такая остановка. Культурный парк. Тут кафе. Красота какая. Сейчас пройдем в этот парк. И я вам все покажу. Культурный парк. Театральная касса есть даже. Мы с вами заходим в парк. Тут даже карта есть. Сейчас вам покажу. Вот такая вот карта, схема лечебного парка города Ессентуки. Цветочки такие растут. Красивый парк. Немножко прогуляемся, и я вам все покажу. Такая вот красота. Цветы такие. Тоже ничего так. По-своему красивый парк. Красота какая. Какие клумбы. Вот вон парк. Здесь побольше цветов, но везде красиво. Мы его весь не пройдем, но что-то вам я здесь покажу. Голубь на кормушке сидит. Тут такая вот аллея длинная. И здесь. Ставим на паузу, читаем. ФГБУ, Федеральный медицинский центр Росиму
шества. Если тукская больне... О, рядом лечебница. Какая красота. Везде по-своему красиво. Такой своеобразный город Ессентуки. Везде можно погулять, пофоткаться или заснять видео, как я делаю. И все вам показываю. И вместе с вами прогуливаюсь по паркам города Ессентуки. Красота и фонтан. Работает, водичка шумит. Цветы. Такая красота прям. Императора Николая II освящено 1898 года. Это ванные здания. Ставим на паузу и читаем. Здесь пока все закрыто. Верхние ванны. Вот так вот ставим на паузу и читаем, что тут есть. Вот такой вот парк. Это уже боковая эта часть. Вот так вот. Что тут есть? И тут вот вниз можно спуститься. Сейчас пройдемся, и я вам все покажу. Там что-то шумит, что-то делают, или деревья пилят, или... А, это листья убирают. Шумят пылесосом. Красивое здание. Такая вот беседочка. Красота такая.
Такой вот парк, а мы сейчас чуть спустимся вниз и там пройдем. Что там внизу? Посмотрим на красоту. Вот парк. Тут много народу гуляет. Идем с вами вниз. По такой вот дорожке. Такими ступеньками. Такая вот лестница. Красота такая. Зентуки, 2023 год. Такая вот красота. Везде все красиво и по-своему. Сейчас пройдем и посмотрим, что это такое тут. Экскурсия, наверное. Люди на экскурсию. Пойдем прямо, пройдемся туда. Да, экскурсию проводят платно. Идеальный вид. Здание вон, там цветы. Цветы и туи. Вот так вот красиво сделано все. Сейчас посмотрим.
паузу и читаем. Источник номер 23. Ааза Пономарс. О. Пономарёва. Ставим на паузу, читаем. Вот такой вот источник был тут. Вот еще здание. И тут что-то сейчас. И здесь ставьте на паузу, читайте. Павильон Бювета номер 4. Минерального источника номер 4. И тут вон здание такое красивое. Сейчас узнаем, что это такое. Прям красиво сделано. Супер. С днем профсоюзного курорта. Вот такое вот здание. Вот. Сейчас о нем. Механотерапия. Вот что тут есть. Объект культурного наследия регионального значения, здание механотерапии 1902 года, охраняется государством, региональный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия. Вот так вот. Ставим на паузу, читаем. Индивидуальные экскурсии, занятия с использованием тренажеров. Все красиво. Прям с удовольствием прогуляться и вам показать. Немножко реставрацию делают. И там тоже забор, реставрация будет.
сделают реставрацию. Короче, и будет везде хорошо будет. Тут что-то продают. Там тоже зданию делают реставрацию. Работают работники. Свежие соки. Тут везде все продают. Пятигорское мороженое и так далее. Халва, вата 130, сладкий попкорн 120-150, соленый попкорн 120-150. И такая вот игровая зона еще есть. Дом меха. Мистер. Шашлычная и так далее. Вон. Кафе «Мистер Слойкин», горячая выпечка, головные уборы и так далее. Чего только нет. Детский игровой комплекс. Батут, вон там все есть. Там все ремонтируют. И тут шубы, и так далее. Продюсерский центр, хрустальный источник, детское кино, театральная студия, театр, парк. Вот так вот. Красота. Кафе-бар «Рауть». Такие вот цены. Сейчас вам покажу немножко, если они есть. А здесь нету цен. Извиняюсь. Ставим на паузу и читаем. Объект культурного наследия. Памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Театр-парк 1901 года. Охраняется государством. Вот так вот. Все делают. Здесь все продают игрушки, сувениры и так далее. Кафе в ту сторону. Тоже игровые зоны тут. Тут реставрация здания. Вот такая вот площадь. Концертный зал. Вот такой вот у них концертный зал тут. Железнодорожный вокзал прямо. Аллерея минеральных источников. Откуда я пришел. Налево, направо.
еще направо здание мехотерапии. И там же туалет, пансионат, плаза или еще что. Вон прямо я вам показываю, зеленой крышей. Такой вот. Вот площадь. Тут на машинках дети катаются. Мы с вами спускаемся обратно, пройдем в другую сторону. Такая вот красота прям, откуда я пришел. Театр, парк, продюсерский центр, хрустальный источник, режим работы, вторник, четверг, с 10 до 19, суббота. С 10 до 21, понедельник, выходной. Такая вот кафешка, кофейня. Вон здание какое-то. Здесь такая беседка, где люди сидят, отдыхают. И тут же рядом в лавочке. И птички поют. Какая вот красота. Тут такие вот птички. Все везде продают. Вон здание там такое вот. Окна разбитые. Тут что-то вон играет. Непонятно что. Сейчас посмотрим, что это. Это, по-моему, те эти индейцы играют. Такой вот источник. Вот. Тут все. Вот так вот. Красивый источник. Сейчас пройдем. Вот я вам показываю, вот такой красивый. Питьевая галерея, минеральный источник в Ессентуке. Такая вот касса. Вот такой вот источник. Что внутри?